о боях евреев с лютыми врагами. Много анекдотов ходят по земле. Но сегодня здесь мы вспомним вместе с вами Шушенский тот случай. В смысле случай в Шушане. Вспомним по-хорошему об Ахашвероше мы. Был он так, шлымазал царь, но хуже есть цари. Рюмку подымая, вспомним Мордыхая. И Эстер за то, что дала всем прикурить. Давай запурим, товарищ паной. Давай запурим, товарищ мой. Давай запурим, товарищ подругой. Давай запурим, товарищ гой. Что такое пурим? Он от слова «жребий». А еврейский жребий цурсом пропах. И сегодня пьяный каждый встречный рэбе приползет домой на Песах, а не на бровях. Вспомним окаянного подлеца Амана мы. Антисемитом он. Ну что ж, не повезло. Но зато был весел, кто его повесил. Так добро, гуманно победило зло. Давай забурим, товарищ, по чуть-чуть. Давай забурим, возьмем на грудь. Давай запурим, товарищ, я не пью. Давай запурим, а то убью. Годы, как евреи, быстро так мелькают. Жизнь трудна, ребята, словно буква «эг». Но в любом еврее гены Мордыхая. А еврейки истеричны в смысле, как Эстер. И пускай рассеяно племя Моисеева, но сегодня все обьются. Нет закуски лучше, чем обмана уши. Вместе мы забурим, поднимаем тост. Давай забурим, товарищ, поскорей. Кто нынче трезвый, тот не еврей. Давай забурим, товарищ, наливай. Барух, рота, ну в общем, одонай.